Тимур Пухов! Есть удар Пухова! 2-0 сейчас становится в пользу Гомеля! И это первый гол для Пухова! Какое празднование! Мало того, что бабах сейчас прекрасные ворота Игнатьева. Вот с этой камеры прекрасно видно. Просто бильярдный гол. Смотрим еще раз, как шикарно исполняет Тимур Пухов. Без шансов для Игнатьева. 2-0 Гомель ведет. Третья минута. Абинур Нуримбет.